В Петрозаводске на улице Анохина снесли здание бывшего противотуберкулезного диспансера. Об этом в соцсетях написали обеспокоенные жители близлежащих домов. Центральная улица Анохина. Вот идут пешеходы. Никакого забора, никаких ограждений нет, кроме вот, повторяюсь, красной этой вот ленточки. Главный вопрос – не может ли это быть опасным для их здоровья? По данным Министерства здравоохранения, диспансер перестал функционировать в этом здании в 2010 году. В управлении Роспотребнадзора покорили и заверили, что причин для паники нет. Прямой опасности нет, потому что возбудитель туберкулеза в сухом виде он сохраняться может до 3 лет, но здание не эксплуатируется, насколько известно управлению. Когда завершилась эксплуатация данного здания, в здании была проведена заключительная дезинфекция. Сейчас участок передан частному лицу.